Почему мобильного звука, то он как зазвонит. Уже не зазвонит. Друзі, всім доброго вечора. На годиннику у нас, як завжди, 20:00. Це означає, що платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки України, як завжди, виходить в ефір. Ви знаєте, що ми спілкуємося з відомими українцями, а також з державними діячами та психологами для того, щоб допомогти нам всім зберігати спокій та адекватний емоційний стан в цій ситуації. Сьогодні у нас вже місяць, як триває війна в Україні, і тому ми підготували для вас, напевно, особливого гостя. Це Ольга Баслінчук. Вона є клінічним психологом, спеціалістом щодо психології криз та роботи із травмами, а також директором психологічної служби Арієльського університету. Вона із Ізраїлю, але при цьому Ольга є нашою співвітчизницею, можна так сказати. Вона сама родом із Харкова, але переїхала дуже давно. Тому з вашого дозволу я буду працювати сьогодні російською мовою, щоб всім було зрозуміліше. Ольга, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо, что откликнулись на наше предложение, на нашу просьбу присоединиться к работе платформы. Это для нас очень ценно, потому что в Украине есть своего рода такое расхожее мнение об Израиле, как о стране, которая воюет практически всю свою историю. И, безусловно, у Израиля есть огромный опыт и в работе с психологическими травмами и работе с вооруженными силами. Поэтому ну, для нас очень ценна как раз именно ваша практика. Вот. Расхожее мнение не ошибается. Израиль постоянно воюет. Это, да, это правда. У меня лично тоже есть друзья, которые эмигрировали из Украины вот недавно в Израиль, и тоже много интересного. Раньше я видел эти фотографии работы вашего железного купола, и мне казалось, что это, конечно, из ряда вон, когда ты сидишь в Тель-Авиве и видишь вот эти вот просто летящие, да, ракеты. Но сейчас мы вот в Киеве видим примерно то же самое, только, к сожалению, не из железного купола, а из С-300, но, как говорят в Украине, маем это шумаемо. Собственно, давайте тогда начнем, наверное, с самого начала. Вы знаете, что у нас вот месяц идет война, и все мы очень-очень эмоционально это переживаем. Хоть и по-разному, но каждый эмоционально. Кто-то находится в тех регионах Украины, где ничего не происходит, кто-то живет под обстрелами, физически борется за жизнь. Поэтому вот с точки зрения психики человека, что происходит, когда ты вот оказался в условиях войны? Человек, который до этого никогда не был подготовлен к такому. Смотрите, психика, естественно, реагирует на происходящее. Так, как бы, человек переживает шоковую и травматическую реакцию. В большинстве случаев эта шоковая реакция в какой-то момент выравнивается, и человек начинает функционировать. Основное, как бы, то, что основное происходит, когда происходит кризисная ситуация, нарушается принцип непрерывности. Что принцип непрерывности жизни, принцип непрерывности существования? Что это значит? В общем и целом это значит, завтра будет то же самое, что и сегодня. То есть у нас есть какие-то стандартные якоря, которые мы расхожим мнением, говорим дом, дети, работа, дом, работа, дети и так далее. Когда происходит кризисная ситуация, тем более война, тем более такая тяжелая и масштабная, этот принцип нарушается. То есть то, что было вчера, железно не будет сегодня, и завтра вообще непонятно, что будет. И на нарушение принципа непрерывности наша психика реагирует. Как она реагирует? Есть три основных варианта реакций. Первый, как бы, который иногда на русский это не очень правильно переводится, бей, беги, замри. Беги, замри, правильно, это знаменитая FFF. Я бы не переводила бей, fight, как бы, как бей, я бы это перевела как воюй. Воюй, беги, замри. Потому что на самом деле смысл не в том, чтобы кого-то или что-то бить, а в том, что это активная позиция. Что такое воюй? Это если есть что-то, как бы человек в процессе кризиса включается механизмы выживания. Чтобы выжить, нужно получить еду, питье, минимальную крышу над головой или какое-то более-менее, ну как возможно, защищенное место.
Поэтому люди с активной позицией часто как бы это воюют, они воюют как бы и ищут активно, как с этим справиться. Беги, если шансы на получение желаемого слишком призрачные, активная позиция не помогает. Второй вариант – беги. И особенно если риски высоки. То есть это некие, скажем так, внутренние весы. Если игра не стоит свеч и активная позиция не помогает, лучше убежать. Замри – это третий вариант, это третья буква F на английском, когда убежать и напасть невозможно. Например, если вы оказались на краю обрыва, и бежать так же, как и как воевать, может быть весьма опасно, то лучше замереть и не кидаться, сломя голову, неведомо куда. Можно или рухнуть в пропасть, или еще что-то. Или нужно спрятаться, тогда лучше замереть. Нас как детей всегда обучают, все наши прятки, в общем-то, это игра на выживание, детские прятки. Еще одна вещь, которую мне, да, важно подчеркнуть, как бы мы в предварительной встрече с вами, расскажу небольшую тайну, вы попросили меня поговорить о ПТСР, о посттравматическом стрессовом расстройстве. Я скажу, как бы юмор – это один из способов выживать, справляться, до ПТСР надо еще дожить, что называется. Во-первых, посттравматическое расстройство не развивается сразу. Для того, чтобы развилось, не дай бог, посттравматическое расстройство, нужно, чтобы была посттравма, то есть после травмы. Поэтому я говорю, да, ПТСР как бы нужно еще дожить. И развивается оно, я не помню точные цифры, возможно, я ошибаюсь, 10-15% ситуаций, 15% людей, у которых более слабые механизмы выживания, более слабые защитные механизмы. Люди очень разнятся друг от друга в психическом развитии, в том, как они росли и какие паттерны у них внутри, как бы как справиться с этим. Поэтому, как бы, когда мы говорим о кризисной ситуации, о посттравматическом стрессовом расстройстве, говорить рано. И развивается оно в минимальном количестве, но не минимальном, а в маленьком количестве, проценте случаев. Поэтому большинство людей возвращается. Психика штука гибкая. Люди возвращаются. Месяц Украина воюет и тяжело воюет. А люди, как бы, я думаю, что те, кто сломались и не готовы воевать, гораздо меньше, чем те, которые готовы воевать и держаться до последнего. Это вызывает это мужество, вызывает глубокое уважение. Как люди постоянно или, скажем так, время от времени воюющие, нам это хорошо понятно и по-человечески, профессионально. Вот здесь как раз, да, хотел бы вас поблагодарить за комплимент, потому что от Израиля как раз, от израильских граждан это услышать, мне кажется, довольно достойно уважения. Вы как никто знаете, что это. И здесь как раз я бы хотел вас спросить по поводу этого месяца, потому что я, например, наблюдаю, как развиваются мои реакции от полного шока. Я лично не верил в то, что большая война возможна. Думал, может быть, какое-то локальное обострение, там снова продолжение гибридной войны. Но так, чтобы вот прям, как, знаете, в 41-м, да, Киев бомбили, нам объявили, что началась война, как в старой советской песне, слабо себе это представлял. И психика моя прошла трансформацию вот просто волнообразную. И сейчас я нахожусь лично я в какой-то стадии принятия, наверное, полного. То есть я понимаю, что происходит, меня уже не удивляют никакие новости с фронта, скажем так. То есть какое-то определенное насыщение. Но при этом мы получаем сообщения от наших зрителей регулярно о том, что у них, и так формируем как бы запросы, да, и люди в разных эмоциональных состояниях находятся. У кого-то глубокая депрессия, человек не может вообще ничего делать, да, там, я лежу целый день, все, читаю новости. У кого-то неконтролируемая агрессия, там, хочу пойти убивать русских, а это может быть даже женщина, там, например, с 2-летним ребенком. У кого-то... Женщины, да, могут убивать, и еще женщины агрессивны гораздо более, скажем, изощренно, чем мужчины. Часто. Вот даже не сомневаюсь по опыту своих знакомых, да. Поверьте мне. У кого-то еще какие-то реакции? То есть являются ли эти реакции в принципе нормальными? То есть от полного понимания, как бы осознания, принятия и нормальной жизни до вот таких вот как бы крайних стадий? Спустя месяц. Через месяц, как бы, как я говорила, психика пластичная, она приспосабливается практически ко всему. То есть приспособиться человек может практически ко всему. И в какой-то момент он начинает искать то, что я говорила, принцип непрерывности. То есть, когда начинается война, первая неделя, люди пребывали в шоке, потому что, во-первых, никто не ожидал все-таки, что это произойдет, оставим политику за скобками, но как бы психологически, я думаю, никто не ожидал, как бы.
я думаю, и на Украине, и вне Украины. Любая реакция на стресс первичная, она легитимна и нормальна. Есть такое понятие «нормальная реакция в ненормальных обстоятельствах». То есть ситуация ненормальная, как бы никто, в общем, не ждал войны, и война – это не то, чтобы среднестатистическая приемлемая ситуация, хотя, в общем, в целом Израиль, жизнь в Израиле меня научила обратному. Но, тем не менее, как бы, в любой ненормальной ситуации в какой-то момент у нас есть нормальные реакции. Первая реакция – любая нормальная, нет ненормальных реакций. Это не совсем депрессия или агрессия в чистом виде, потому что очень важно различать депрессивную или агрессивную реакцию как явление, как реакцию на некое сложное событие, депрессию как психическое заболевание. Любая реакция, вполне вероятно, что депрессивная реакция – это попытка психики дать отдохнуть самой себе, полежать, почитать, а потом в какой-то момент встать. Очень редко, особенно люди, у которых есть дети, женщины и мужчины, здесь нет разницы, у которых есть дети, будут лежать постоянно. То есть есть какие-то минимальное количество, какой-то процент людей, который упадет в тяжелую депрессию. Но большинство людей отдохнут, дадут психике отдохнуть и встанут. В таких ситуациях очень важно прислушиваться к себе. То же самое, что и агрессивная реакция. Редко агрессивные реакции идут на близких людей. То есть мы, конечно, можем более раздражительные, менее терпеть детские выходки и так далее. Это естественно. Но тяжелые агрессии мы редко проявляем к близким людям. Агрессивные желания более чем нормальны. Если кто-то приехал кидать на меня бомбу, мне его очень хочется как бы каким-то образом или убить, или что-то с ним сделать. И неважно, кто этот кидающий бомбу. Я хочу, чтобы это прекратилось. А как это можно прекратить? Только агрессивно. То есть, тем, как бы, опять-таки, выражение агрессии, оно разное. Вопрос не в том, говорю ли я агрессивно или хочу совершить агрессивное действие. Вопрос в том, что я делаю в реальности, что называется, реализую ли я свои агрессивные намерения. Если реализую, то как? Большинство людей, как бы, если это не даты, они свои агрессивные намерения не реализуют, потому что все-таки понимают, что, во-первых, это неэффективно, во-вторых, есть чем заняться кроме этого, во-третьих, как бы это опасно. Ну, как бы с самолетом с бомбой не повоюешься, ну, даже железным куполом, к сожалению. Вот. Ну, в общем, любые реакции есть нормальными для человеческой психики, да, и поэтому не стоит. Естественно, я не очень люблю шкалу нормально-ненормально, потому что у нее есть некий элемент осуждения. Нормально, видимо, хорошо, ненормально, видимо, не очень хорошо. А вот естественно, практически любая реакция в кризисной ситуации, естественно, в тяжелой ситуации, нет неестественных реакций. Почти. Хорошо. Ну, как бы есть. Но неестественная реакция – это скорее продолжительность. То есть если человек лежит в депрессии месяц, то это, конечно, никуда уже не годится, и надо что-то делать, чтобы этого не происходило. Ну, как бы, чтобы вывести человека из этой ситуации. Но если это несколько дней, чтобы мобилизовать психику, дать ей отдохнуть. Мы же приходим к кризисной ситуации в очень разных обстоятельствах. Есть те, которые приходят ослабленные по каким-то своим. Есть люди, которые, не дай бог, похоронили до войны своих близких, или развелись, поссорились, что-то произошло с детьми. Мы приходим при очень разных обстоятельствах. Вот я хотел бы с вами как раз про крайние обстоятельства поговорить. У нас, к сожалению, сегодня есть города в Украине, такие как Мариуполь, Изюм, Харьков и другие, которые, ну, практически круглосуточно находятся под обстрелами и очень, очень жестокими обстрелами. И люди там реально поставлены на грань выживания. Без воды, без благ цивилизации, банальных просто. Вот таким людям, которые находятся не просто в стрессовой ситуации, а в супер, наверное, стрессовой, и причем продолжительное время, это длится несколько недель, как им не, ну, как им вообще сохранить потенциал, наверное, быть собой, что ли, и там не растерять психическое свое здоровье? Во-первых, очень важно, есть такое на иврите понятие, я его произнесу на иврите, попробую четко перевести, хемлат смит, то есть бережное отношение. Наверное, правильнее всего перевести его бережное отношение к себе. Обычно нас, как бы в советском и постсоветском пространстве, позволю себе этот термин, учили быть активной
себя не жалеть, не жалеть себя, живота своего и всего остального своего и так далее. Западный подход, да и не только западный, я думаю, в какой-то степени восточный, говорит, что надо к себе относиться бережно. Себя нужно любить, себя нужно баловать, к себе нужно прислушиваться. Совершенно не обязательно рвать себя на кусочки, чтобы справиться. В таких ситуациях, во-первых, психика приспособится. Как бы в какой-то момент, даже если, опять-таки, я бы не назвала воду и еду благами цивилизации, я бы назвала их необходимостью. Как бы без воды человек может прожить, я уже не помню, сколько часов, а без еды я уже не помню, сколько суток, но очень немного. Поэтому это не блага, это необходимость. То есть в такой ситуации, в принципе, человек включает очень часто то, что мы называем в компьютере safe mode. Я не знаю, как перевести это на русский, это английский термин, но его все знают. Safe mode. Ну, это сохранится, грубо говоря. Да, ну, как бы, когда Windows, когда операционная система, если мы посмотрим на человека, как она работает на минимуме, на минимуме ресурсов. То есть обычно психика включает в какой-то момент safe mode. И важно себя поддержать, дать себе, пожалеть себя, приголубить себя, не делать что-то, супер из рамок выходящего. Во-первых, любой поступок, выходящий из рамок, он требует огромного количества энергии. А что такое safe mode? Это когда мы к себе сохраняем энергию. Нам энергия нужна, нам нужно функционировать на минимуме энергии, гораздо больше внутренней, я имею в виду, психической, эмоциональной, когнитивной энергии, любой энергии, очень много времени. Поэтому нужно к себе относиться, очень важно относиться бережно и не делать резких движений, если в них нет необходимости. То есть функционировать на минимуме психологических ресурсов, сохраняя их, и пытаясь общаться с людьми, которые, рядом, близкие. Когда мы меняемся информацией, меняемся эмоциями, когда нас жалеют, когда мы жалеем, когда мы сочувствуем, нам сочувствуют, это огромный ресурс. Мы животные стадные, мы все вышли из стада, люди, человеки, или стадо, стая, совершенно неважно, и у нас привычка, которая преобразовалась в межличностные отношения. Общение для нас необходимый ресурс. Поэтому, если у вас есть возможность помогать и общаться потихонечку, полигонечку, не разрывая себя на кусочки, это тоже может помочь. Принято. Если человек столкнулся в этих условиях с утратой, и таких людей тоже очень много, причем это может быть как утрата и близкого человека родного, так и, наверное, имущества и чего угодно, то есть вот несправедливостью какой-то, да, вот такой вселенской, которая привела к преждевременной гибели. Давайте начнем с самого конца. Мир несправедлив, точка. Да. Спорить с этим бессмысленно, потому что это нам каждый день цивилизация снова и снова доказывает. Поэтому люди, как правило, в стрессовой ситуации очень редко думают о справедливости мира. Это размышление из области, когда у нас есть что покушать, что попить, и у нас тепло над головой. Вторая часть, которая, мне кажется, менее, важной, но менее важной, это имущество. Самый эффективный способ, опять-таки, сказать себе: «Господи, спасибо, что взял деньгами». Он сложный. Чем больше имущества, тем тяжелее это говорить. Я уже не говорю о доме. Дом может быть маленький, там может быть не быть золота и бриллиантов, но это все равно мой дом, я построил каждый кирпичик. И это очень тяжело сказать. Не то чтобы я предлагаю что-то, что легко сделать, но это важно. «Господи, спасибо, что взял деньгами». А если «Господи», что называется, «взял не деньгами», а человек теряет близкого человека, это самая сложная ситуация. Особенно она сложна, потому что в ситуации войны мы имеем дело с неожидаемой утратой человека молодого, то есть внезапной и... Господи, у меня слово потерялось. Когда не пожилой человек умирает, неестественной смертью. Смерть близкого – это самое, одно из самых больших и самого тяжелого горя. Очень важно понимать, что это событие, которое не может быть пережито мгновенно.
То есть это переживание, особенно если родители теряют детей, вот достаточно, ну, часто даже когда теряют, в общем, супругов, хотя, я не знаю, я не очень могу сравнивать горе, но тем не менее, как бы вот это и событие, которое невозможно пережить одномоментно. То есть на то, чтобы, скажем так, поверить, что это произошло, принять, перестать и перестроить, не перестать, а перестроить жизнь с учетом потери, нужно время. Есть, скажем так, научные исследования говорят, что есть несколько этапов горя, но я хочу поговорить о первичных реакциях, потому что сейчас как бы важно помочь человеку справиться с первичным, с тем, что произошло. Само столкновение с фактом конечности жизни близкого очень-очень сложно принять. Это самое сложное. Ни один дом, ни одни бриллианты, ни одна вилла не устоит рядом, что называется, с тем, что если, не дай бог, погибает, то это будет близко. Это вызывает одни из самых сильных ощущений, с которыми нам, как людям, тяжелее справиться. Беспомощность и бессилия. То есть это есть три вещи, с которыми человеческой психике тяжелее всего справиться. Беспомощность, бессилие и неизвестность. В ситуации потери близкого человека вне времени, как бы раньше времени, вот так вот, естественного, это как бы неизвестности, к сожалению, уже нету, но беспомощность и бессилие есть. При этом известно, что для того, чтобы строить планы и не жить одним днем, человеку важно ощущать свою способность контролировать, каким-то образом влиять на ситуацию. А в ситуации, когда уходит близкий человек, особенно если он уходит внезапно и вне времени, этой возможности нет. То есть, к сожалению, при столкновении со смертью близкого человека эти убеждения должны быть, как бы эти убеждения, что мы можем влиять на ситуацию, они подвергаются пересмотру. То есть, когда мы теряем близкого, мы понимаем, ни на что мы не влияем. Но, во всяком случае, как бы мы влияем на что-то, но это очень мало. То есть, жизнь перестает быть предсказуемой. Даже когда есть война, в общем, в какой-то момент жизнь становится предсказуемой. Это ненормальная ситуация. Ну вот как вы о себе сказали. Ну вот вы знаете, что дальше будет. Да. Это неестественная ситуация. Но вы приблизительно представляете, что надо делать в ситуации, допустим, бомбежек. Я помню, что в первые дни, как бы, если мы сейчас вернемся к утрате, как бы большинство населения Украины не знало, что делать при бомбежках. Или это самое. Я помню, что в один из первых дней я слушала какую-то передачу на иврите, когда ехала на работу в машине, и ведущая, очень известная израильская ведущая, спросила, а как бы они успевают дойти до бомбоубежища? Я как бы грустно и тяжело улыбнулась, какие бомбоубежища? Какие защищенные комнаты? В Израиле в большинстве построек последних лет есть одна бронированная комната. Практически в любом доме, и у нас, я, допустим, живу в старом доме, но у меня бомбоубежище, защищенное в 20 метров от ступенек моей квартиры. Как бы и так оно везде. То есть мне ужасно было грустно, и ситуация другая. Но тем не менее, я помню, что я инструктировала свою близкую подругу в Харькове, я открыла сайт израильской службы тыла, попыталась послать ей ролик на русском, не смогла, потому что сайт был закрыт на международную как бы, использование. Я села и проинструктировала, стой под балками, далеко от окон и еще чего-то. То есть, ну, и в какой-то момент мы начинаем, но когда погибает, и если вернуться, умирает, погибает внезапно близкий человек, хотя мы представляем, что это во время войны, но сам факт, он, то есть жизнь делится на до и после. И это после уже никогда не будет тем, каким оно было до. Если как бы после войны, если никто из близких не погиб, есть шанс восстановить какое-то более-менее равновесие. Если погиб кто-то близкий, это после уже никогда не вернется до. И тогда очень важно человеку помочь справиться, перенять факт. Дальше уже будет какие-то, пойдут процессы. Но первое время очень важно с кем-то говорить, и чтобы кто-то был рядом. Окружающие могут, очень важно, чтобы был кто-то близкий или хотя бы кто-то рядом, и совершенно не важно, даже не совершенно не важно, как правило, не важно, что он говорит, главное, чтобы кто-то живой, которому этот человек не безразличен, присутствовал в его жизни. Вот, приблизительно так. Понятно.
Понятно. Надеюсь, большинству или всем нашим зрителям не понадобится все-таки эта информация, да, но мы ничего не можем, конечно, здесь гарантировать. И К сожалению, нет. Да, но я совершенно точно знаю, что мы, к сожалению, можем гарантировать. Сегодня пришла статистика, что был проведен опрос, и практически 50% украинцев потеряли работу или находятся в состоянии простоя, то есть оплата там минимальных каких-то, ну, денежных средств. И вот если, знаете, как вначале нам казалось, что, возможно, там эта война быстро закончится, там неделя или еще как-то, сейчас мы понимаем, что нет, быстро не получится. И в связи с этим люди начинают находиться в таком состоянии постоянной тревожности за свое будущее. И, ну, банально, за что мне будет кушать, да, купить там, где работу найти. Все очень, да. Вот как вот в этом состоянии лучше действовать для того, чтобы сохранять активность? Основной, как бы, основной подход, я называю его принципом Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. Помните «Унесенных ветром»? Да, да, да. Принцип Скарлетт О'Хара, как бы, то, что мы не можем решить сегодня, мы откладываем на подумать на завтра. Опять-таки, это, скажем так, идет вразрез с неким постулатом, который, во всяком случае, учили меня, когда я росла, то, что можно, не откладывая на завтра, то, что можно сделать сегодня. Но я, как бы, я бы продолжила этот постулат, не думая о том, что невозможно сделать сегодня, подумая о том, когда это, с этим можно будет что-то сделать. Это и есть принцип Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. То есть, если невозможно с чем-то справиться сегодня, об этом, как бы, ну, максимально желательно не думать. Не всегда это возможно. Люди отличаются уровнем тревожности, они отличаются типом реакции на события, но тем не менее. Еще один принцип, который, скажем так, благоприятно, скажем, влияет на психику, это принцип маленьких шажков. Лучше не планировать дальнее будущее. Когда рушится мир, планировать дальнее будущее просто бессмысленно. Никто не знает. Когда мне говорят, вот кончится война и так далее. Когда закончится война, у нас будут еще годы это все восстанавливать, если не десятилетия. Как бы, мы будем восстанавливать себя, мы будем восстанавливать города, мы будем восстанавливать все, что угодно. Начиная от домов, заканчивая самими собой. Мы будем строить, что называется. То, что, поэтому принцип маленьких шажков. Очень важно оглянуться и понять, что я могу сделать сегодня. И на что я могу повлиять сегодня. Большинство беженцев, слава тебе, Господи, получают какую-то помощь. То есть работа, в принципе, в такой ситуации, из-за того, что все-таки счастье, что существует благотворительность, и человек не находится в военной зоне, где есть постоянная и конкретная опасность, угроза жизни, как правило, у него есть где спать. У него есть что есть. Это, конечно, не рябчики и не икра, которая была раньше, но тем не менее есть, как правило, есть психологическая помощь, ну хотя бы минимальная, и помощь с детьми, и есть медицинская помощь. Это уже огромное. Если сравнить это с тем, что было в Мариуполе, и как, скажем так, после того, как люди, которые смогли убежать и смогли выжить, как бы, это небо и земля. Я, может, говорю несколько кощунственную вещь, но когда я сравниваю эти вещи, это все-таки разное. И слава Богу, что успел. Опять-таки, и о работе нужно будет думать, когда подойдет время. Как бы, когда этому будет время. Надо себя поберечь. Если есть что есть, где спать, чем накормить детей и вылечить какие-то болезни, которые, или какие-то вещи, которые необходимо лечить прямо сейчас, то это уже очень много. И поэтому все остальное пошагово. То есть не перегружать себя. Возвращаемся к принципу «пожалей себя». Ага. То есть мы берем этот фокус внимания, который раньше у нас был где-то далеко и на глобальном, сужаем его до действий, которые мы можем... Сужаем до того, на что мы можем повлиять. Опять-таки, потому что в кризисных ситуациях, особенно в военной, наша возможность на что-либо повлиять, она минимальна. Угу. Опять-таки вспоминаем, что нам важнее всего, нам, как бы, с чем сложнее всего справиться. С бессилием, с неизвестностью, и третье у меня вылетело из головы, но я говорила только что. Да. Вот, опять-таки, мы лучше сужать фокус зрения на то, что мы можем повлиять, и то, что принципиально сейчас. Где спать, не замерзнуть, вылечить то, что нужно вылечить, что поесть, чем занять детей, и каким-то образом минимально, ну, побаловать, я не сказала бы, но, как бы, пожалеть себя, отнести к себе бережно.
Если на иврите есть такой принцип, это и принцип из Торы. Если не я себе, то кто мне? Им ло ани ли азмили. Если не я, поэтому очень важно как бы заняться собой и дать себе поблажку, потому что это формирует нашу способность справляться гораздо дольше и гораздо эффективнее с более дальними последствиями, как, когда они появятся. Да, нелегко это, конечно, осознать. Я просто почему этот вопрос еще тоже сформулировал. У меня есть прямо мой очень хороший знакомый, который, слава богу, с семьей уехал из Мариуполя вот недавно. И у него, наверное, такая первичная адаптация к тому, что он уехал, была около недели. А сейчас он вот говорит, я просто встал и понял, что у меня больше ничего нет. У меня был там бизнес, дом, у меня просто ничего нет абсолютно. А он, ну, как бы, там, не вчера родился, да, всю жизнь это строил и остался ни с чем. И говорит, вот это вот ощущение пустоты, это просто ужас какой-то. Да, у него есть какие-то запасы, есть что кушать, но вот, вот этот вот фокус, о котором мы говорим с вами, он пока еще держит там, где он держал его раньше. Ну, на самом деле потеря того, чего строил всю жизнь, это тоже огромная потеря. И бизнес, бизнес в какой-то степени, особенно работающий бизнес, это как еще один ребенок. Как бы и в войну или в таких обстоятельствах люди очень часто фокусируются на том, что они потеряли. Мне кажется, очень важно параллельно постараться себя сфокусировать на том, что осталось. Осталась жизнь. Осталась способность, если один раз построил успешный бизнес, есть шанс, что построит еще раз. Как бы я понимаю, что мне легко говорить, я, наверное, условно говоря, человеку, который потерял, это гораздо тяжелее. Я, упаси Господь, не имею в виду, что это все легко. Это, конечно, все тяжело, но очень важно фокусироваться. Да, и образуется огромная пустота. Человек был занят целый день, занимался бизнесом, дети, работа, жена. И тут масса, условно говоря, свободного времени, которое ты даже, если очень хочешь, не можешь потратить на то, что ты любишь. Да. Это тоже в какой-то степени утрата. Но пустота хороша тем, что в какой-то момент ее можно заполнить. Если раньше ваш друг мог построить бизнес, я больше чем уверена, что займет, конечно, время это восстанавливать очень долго и нелегко, но бизнес построится. Один раз построил, значит, способности есть. И это очень немало. Долгосрочным, как бы. Да, это наше видео обязательно, если он не смотрит, я думаю. Мы... Передайте другу. Угу. Один раз построил, я более чем уверен. Это тяжело. Это очень сложно и тяжело. Но один раз сделал, я больше чем уверена, будет возможно. Так же, как и дом, так же, как и стены, так же, как и работа. Главное, чтобы люди близкие выжили. Это основное. Жизнь конечна, все остальное. 100%. Да. Ольга, ну у нас заканчивается время, и я хотел бы поэтому вот в качестве такого последнего момента, мы обычно заканчиваем на позитиве, вот какие-то пожелания ваши, что ли, украинцам, да, которые сегодня находятся здесь. Во-первых, победы. Во-вторых, сил. Выдержку я не желаю, потому что выдержка украинцев, снимаю шляпу, мирного неба над головой и быстрого восстановления. И, конечно же, массу любви. Я бы хотела под конец, если можно, пару слов сказать. Я участвую в довольно большом проекте психологической помощи украинским жителям и украинским психологам. Нас работает. Нас, я часть, только малая часть этого проекта. Нас работает 200 с чем-то волонтеров, которые, психотерапевтов израильских. И я бы хотела вам потом выслать ссылку. Есть даже сайт. Нам помогают программисты, нам помогают люди логистики, потому что психологи и психотерапевты логистику саму никогда не поднимут. Вот. Я бы хотела потом вам выслать WhatsApp, ссылку, куда можно обратиться, и наши специалисты перезванивают. Или вайбером, или ватсапом, или скайпом, то, чем люди просят перезвонить. Мы перезваниваем и пытаемся помочь издалека психологически. Мне кажется, важно, чтобы украинские жители это знали, и насколько мы способны, мы поможем. Да, большое вам спасибо. Как раз, друзья, мы так и узнали о деятельности Ольги и ее коллег благодаря вот этому ресурсу, поэтому решили пригласить. А, ну, значит, пригласить. Вы знаете, тогда и слать не надо. Ну, вы на всякий случай еще продублируете. Я перешлю ссылку на сайт.
Это форма заполнения Google форма, которая, причем мы соблюдаем секретность, скажем так, не все знают все данные, то есть человек, который пишет, он не обязан писать фамилию и даже данные конкретные, почему он обращается, мы сохраняем, как бы, насколько это возможно, секретно. Да, мы тогда опубликуем еще раз ссылку под этим видео и в своих сетях. Я вам пришлю сейчас ее. Да. Ольга, ну я хотел бы вам сказать огромное спасибо еще раз за то, что согласились, и надеюсь, это не последний наш эфир, потому что это очень важно вот, да, говорить об этом. Я себе желаю в какой-то момент стать безработной, но, увы, на моей жизни вряд ли это произойдет. Не нужно. Нет, на моей жизни, к сожалению, моя специальность будет нужна еще. Это 100%. Мирного неба, чтобы спасибо. Это быстрее закончилось. Спасибо, да. Спасибо. Вам всего доброго и спасибо за то, что спасибо делаете. Спасибо за доверие. Всего доброго. До свидания. Друзі, дякую, що були з нами сьогодні. Як завжди, платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки. Власне, зустрінемося завтра і всім мирної ночі. До завтра.